Здравствуйте, дорогие зрители моего канала. Меня зовут Дмитрий. Мы продолжаем играть Resident Evil 2. Мы находимся с вами в жопе. Как и всю эту игру, мы оттуда не выбирались. Здесь очень много всяких тварей, и они меня немного раздражают. Здесь у нас большущие врата. Врата ада, можно сказать. И, в общем-то, мы продвигаемся по сюжету потихоньку. Здесь все очень недружелюбно и страшно. Так, опа. Комната какая-то непонятная, ладно. Круговая. Мне не нравятся такие комнаты. Похоже на арену для битвы с боссом. Интересно, можно нажать на светящуюся кнопочку, нет? Окей. Так, мониторы. Что это? Пункт службы безопасности или... Что? О, сундучок, зашибись. Можно ничего не бояться. Так, это карта лаборатории. Взять, естественно, взять. Типа мы ее загрузили, да? Вау. Вау. Ну, в принципе, не так уж много. Здесь мы практически все облазили. У нас осталось только две комнатки. По сути, да? И здесь всякое дерьмо. И еще, дальше по коридору еще одна дверь, которая открывается карточкой. Круто. Так, ладно, окей. Допустим. Давайте наведем порядок в нашем инвентаре. Во-первых, уберем вот это. Куда бы? Нет, давайте не уберем вот это. Давайте сделаем следующим образом. Вот это вот так, это так. А оружейная карта. Для чего она нам? Может быть, это и есть та самая карта, которая открывается? Как вы думаете? Я не знаю, если честно. Так, хорошо. Давайте зарядим наш мега-арбалет и положим его в инвентарь. Не в инвентарь, а в коробочку. Вот сюда. И эту рядышком. Так, возьмем с собой лечилку одну. Такую на две трети, да? Я, блин, не знаю, может быть, мне нужно было именно эту карту и использовать, чтобы открыть дверь. Почему она тогда автоматически не использовалась, непонятно. Так, хорошо, вот наше последнее сохранение, которое я сделал уже после того, как записал в предыдущей серии, я говорил об этом. А то, что я профукал минут 15 геймплея с комментариями. Кислотные заряды у нас есть еще, да? Ну и все, в принципе, больше никаких зарядов и нет. Ну ладно. Я вот не знаю, целесообразно ли в таких условиях таскать с собой пистолет, когда у нас враги такие мощные, а обычные зомби появляются только кучей. Так, окей. Вау. Какие-то яйца, мать его. Так, направо дверь, заблокированная карточкой. Давайте посмотрим, сработает ли наш ключ. Ключ-карта. Ты смотри, чьи-то яйца, мать его. О, господи, какие-то пауки, наверное. Я так понимаю, дверь открывается карточкой. Нет, не этой карточкой, слава богу. Так, это яйца, огромное яйцо. Да охереть. А можно это все дело как-нибудь вот так? Видимо, нет. Окей. Нахер эти яйца. О, красненькое. Прикольно. Давай, бери. У нас есть зелененькое тебе в пару.
И что? Открывается дверь. Такая же, только не замороженная. Ну этот шкафчик явно чего-то хочет, да? Использовать оружейный ключ. Естественно. О, смотри, сколько еще этих беленьких патрончиков. Крутых. Г-патроны. Гранатометные, может быть, патроны? Они газовые, да? Они крутые, мне нравятся. Но явно тут нас готовят к чему-то. Так. Ого. Ого-го. Тихо. Так, там, видимо, куча. Просто куча. Этих говнюков. Еще и с одного выстрела не дохнешь. Ты охерел, что ли? Я тебе убивать буду сейчас. Ты смотри, какие они. Расточительные-то, а? Сволочи. Так, окей. Это что? Забеговая дорожка непонятная. Хорошо, здесь, видимо, еще у нас есть, да? Угу. Ну ладно. Не зря же я с собой пистолет таскаю. Вставай, говно. Вставай, говно. Так, все. Больше никого. Буду я на вас еще. Гранатометные выстрелы. Ага, еще есть кто-то. Где? Видимо, не здесь. Так, зачем мы в эту комнату пришли? Видимо, чтобы найти здесь карточку, да? Но здесь ничего нету пока что. Кроме упоротых зомби. Окей. Сдох. Еще есть, что ли? А вот и карточка, по всей видимости. А-а-а! Как хорошо, что она быстро умеет перезаряжать. Это дерьмо. Амбрелла, лабораторная карта. Зашибзись. Наконец-то. Так, теперь перед нами не останется закрытых дверей. Практически. Приборы для синтеза вакцины. Крышка открыта, вакцина должна быть внутри. Окей. Вакцина должна быть внутри. В смысле, туда нужно положить вакцину? Вы имеете в виду, да? Я надеюсь. Различные химикаты, какие эксперименты проводились здесь? О боже! Не видно, какие эксперименты здесь проводились, что ли? Твою мать, Клэр, ты что, только проснулась? Так, окей. Здесь вот обычно за такими вот столиками у нас всякие штучки валяются. Но не в этом случае. Так, к компьютеру не подойти. Как-то у меня пространственный кретинизм так разовется. Оказывается, вот здесь. Но нет, не подойти. Так, ладно. Видимо, здесь больше ничего и нету. Давайте вот здесь посмотрим, может быть, есть что-нибудь. Химикаты, эксперименты. Окей. Так, теперь у нас есть карточка. Карточка — это очень хорошо. Патроны на пистолет закончились. Это не очень. Патронов для гранатомета полно. Это очень. Так. Опа. Здрасте.
Ты убила Вильяма. Я тебе этого никогда не прощу. Кого? Дура, что ли? Жди. 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 Я только что приготовила новый образец G-вируса. И на этот раз я его никому не отдам. Хрена, дура. Это только... самое значительное исследование, которое мой муж передал мне. Я только что приготовила новую дозу пельменей. Пельменей. И никому не отдам. Вильям имплантировал ей эмбрион. Мы должны найти противоядие или... Имплантировал ей эмбрион. Перевод. Ты такой перевод. Что? О, зашибись. Это Шерри? Такие приятные звуки издает. Ёп. Нихера себе. Вильям, ты жив. Вильям, ты жив. Слава богу. Господи, боже мой, я должен бежать и биться с этим дерьмом. Свалил. Слава богу. Фу. Вильям, все еще жив. Вильям, вакцина от G-вирус. Он становится сильнее. Каждые минуты. Такой лежит рядом, Шерри. Разбитый, зашибись. Не бы хоть скажи капельку мне, лизнуть. Скажи мне, должна знать, как спасти Шерри? Как спасти Шерри? У меня есть детальная информация. Простите меня, конечно, знать, но я не могу это просто так слушать. Так, окей, инструкция по спасению Шерри. Все, кто был заражен G-вирусом, будут вынашивать чужеродного эмбриона внутри себя. Если он не будет отвергнут носителем, эмбрион будет начинать процесс постепенного клеточного вторжения, заражая клетки и перестраивая на молекулярном уровне их ДНК. Когда метаморфозм закончен, носитель способен продолжать этот цикл саморепликации. Продолжительность по времени протекания этого процесса непостоянная и изменяется от объекта к объекту. На ранних стадиях клеточного заражения возможно прервать процесс метаморфозма путем введения антигена к G-вакцине. Для ее синтеза нужно выполнить следующую последовательность действий. Создание этой вакцины требует присутствия родоначальной вакцины. Это может быть произведено при наличии активатора вам. Сначала вставьте первый картридж к вам и активируйте его. Через несколько секунд все готово, и окрашенная белым вакцина будет помещена в картридж автоматически. Теперь направьте зеленый цвет на него. А теперь с помощью картриджа и вакцины переходите к следующему шагу. А когда приготовлена основная вакцина, поставьте ее в машину для синтеза, находящейся на экспериментальной комнате на четвертом уровне. Машина полностью автоматизирована и только ожидает от пользователя. Это только нажатие кнопки пуск. В этом месте запускается программа и автоматика, и синтез будет закончен окончательно приблизительно через 10 секунд. А вот синтез дьявола – это воистину деликатный процесс, и его качество зависит от ударов и перепадов температуры. Для получения нужного результата необходимо очень бережное отношение. Господи, я должен вот это воспроизвести, что ли, буду? Спаси мою дочь. Вы совсем? Скажи ей, что мне жаль. Что я была такой плохой матерью. Передай ей, плохая что мать. Я ее люблю. Шерри. Аннет. Доктора. Так, и чё? Запущена программа самоуничтожения. Повторяю, запущена программа самоуничтожения. Остановка программы не предусмотрена. Вы охерели? Всем сотрудникам направляться к аварийному транспорту на нижней платформе. Вы что, совсем? С дубу рухнули, мать вашу. Так, и что, и куда мне бежать? Так, ну ладно, я так... Вроде таймера никакого нет пока что, так что... Кто врубил-то? Самоуничтожалку. Так. Использована карта, окей. Заходи давай. Сейчас здесь сдохнем, будет зашибись. Вау. Что это, мать твою, за херня тут такая? Мотыльки. Немедленно не достаю до компьютера.
Тихо. А, поработать с компьютером? Ну, естественно, поработать. А, эксперимент, room, stuff, окей, accessing. Хорошо. Enter your username. Мать твою. Гуест? Registering your fingerprint. Окей. Отлично. Давай пальчик. Зашибись, теперь мы сможем пройти туда, куда не могли раньше, да? Guest registration валит 24 часа. Окей, валим. Нахер. Мотылек, иди в пень. Я не хочу. Я люблю мотыльков, я люблю бабочек. Они хорошие. Ну, это лучше, чем паук. Согласитесь. Мотылек намного, намного лучше, чем паучок. Так, хорошо, теперь валим отсюда нахрен. Ну, в смысле, мы, видимо, сюда еще вернемся. По всей этой видимости, да? Так, окей. Это комната, сохранение, все дела. Так, во-первых, вот это мы выкладываем сюда. Вот это мы берем сюда вот это. Пистолет нахер. Он мне уже не понадобится. Похоже, газовый сюда, это сюда. Так, во-первых, синтез. Лечовещество. Во-вторых, сохранение. Да-да-да, давайте уже. Ну, по крайней мере, хотя бы нету таймера, да? Уже хорошо. 16 сохраняшек. Repeat all employee. Так, окей, надеюсь, нам не нужно будет сюда возвращаться. Спокойно. Что да? Что это такое? О, Леон, привет. Леон, ты сделал это. Короче, вы все слышали. Нужно кое с чем разобраться. Леон с девчонкой разберется, так что можно валить. Смело и не опасаясь. Не зачем мать ее жизнь. Ёкарный, иди в жопу. Тут даже херня у нас откроется только в случае чего-то там. Так, ну я так понимаю, что это выход. Сначала мы должны там вакцины всякие разработать. Давайте смотреть. Эти растительного происхождения влагалища. Так. Хорошо. Здесь опять это говно будет сейчас, да? Нет, да, они здесь. Так, какие у нас были двери заперты? Вот здесь и вон там. То есть нужно просто валить отсюда нахер. Да пошел ты, скотина. Больно? Уроды. Хорошо. Бежим. Здоровье, все, зашибись. Так, сюда. Давай. А, во-первых, эта карточка и дверь открывается. Здесь
интересная какая-нибудь вакцина, наверное, интересная. Да. И патроны. Пошел в жопу. Я вижу патроны. Дайте мне патроны, пожалуйста. Картридж, вак. Вакцина? Ну да, а вот патроны. Вот и патроны. Окей. Так, а давайте попробуем-ка газовые против этих говнюков. Да, может помогут, потому что, блин, арбалет с одного выстрела убивает, а такие вещи нихера не убивают. Да, с одного. Ваншот. Газовые патроны против этих говнюков. Жалко, что нельзя толпу, конечно, свалить. Этим всем делом. А, включай свет, нажать его, ну давай. О, зашибись. Включен свет. Что это? МРТ-камера какая-нибудь? Так, давай сначала поглядим. Еще карточка. Диск. А, это для выхода диска, видимо, да? Там что-то такое было, что только когда диск вставишь. Так, стереовключатель. Нажать его. А, без электричества, без картриджа блок не действует. Так, окей, здесь, короче, нам нужно приготавливать, да? Что-то. С чем-то. Куда ты смотришь? На зомби, что ли? Так, хорошо, давайте почитаем. Это же такое прекрасное время, чтобы почитать. Так, это полицейские. Это дневники. Это научные. Вакцина. Так, окей, создание вакцины требует присутствия родоначальной вакцины, это может быть произведено при наличии активатора вам. Сначала вставьте первый картридж к вам и активируйте его через несколько секунд. Все готово, окрашено белым, вакцина будет включена в картридж автоматически. Теперь направьте зеленый свет на него, и теперь с помощью картриджа переходите к следующему шагу, понятно. Так, выйти отсюда как... Окей, это что за... Покемон. Так, ну, свет, наверное, сначала надо выключить. А, свет уже включен, и мы его уже не выключим, да? Активатор вам для синтеза вакцины. Отверстие для установки картриджа. Окей. Активатор синтезирования, бла-бла-бла. Это мы, короче, воткнули и активировали, видимо, да? Я надеюсь. Так, хорошо, теперь зеленый свет надо включить. Став включить. Включить. Это красный, мать твою. А, все? Что ли? Так, ну белая вакцина. Так, зеленый свет. Активатор вам для синтезирования вакцины. Очень зеленый свет там было. Куда я теперь сюда, может быть? Нет? Или я чего-то не понимаю, или одно из двух. Картридж вакцины нужен для активации. Ну... Окей, пойди. Ох ты, мать твою, скотина. Ублюдок, ах ты. Козел вонючий. Господи, вот это я подпрыгнул. Так, хорошо, ладно. Идем тогда отсюда к чертям собачьим. Так, теперь вот здесь вот у нас будут работать пальчики. Два или более служащих нужно, чтобы войти. Начинаем детектировать, да. Верификация. Начинаем вторую такую верификацию. Готово? Ну да. Нужен второй человек. Мать твою за ногу. Что за... Ну, мне руку отрезать. Видимо, только с Леоном сюда зайдем, да? И его лапать тоже надо зарегистрировать. Как гостевой. Окей. Допустим.
Так, ну, по сути, нам остается только сюда обратно бежать, да? Слушай, маленький вздох. О, вообще похер. Окей. Так, хорошо, ну да, мы должны обратно вернуться, да, я так понимаю. Теперь и синтезировать вакцину. Для чего вот так? По сути, мы уже можем валить при помощи картриджа отсюда нахрен, да? Картридж у нас есть и... Ну ладно, давайте уже сделаем, как всегда, наверное, несколько концовок. Мы, конечно же, хотим... Исключительно хорош. Так, давайте-ка лучше это. Нахрен. На греха. Ну вот-вот, сейчас бы сдох нахрен. Смотрите, какое. Куда они вообще берутся здесь, сволочи? Скотина. Какая. Иди сюда, красавчик. На, скотина. Давайте откроем дверку, наверное. Попробуем хотя бы. По сути, мы уже можем валить отсюда, да? Получается. А для диска в мониторе вставьте диск для открывания ворот. Отлично. Открыто можно валить. Но мы не побежим туда, мы побежим сюда. Мы же хорошие, мы же молодцы, мы должны синтезировать. А, типа, ядея, наверное. И, конечно же, сохранимся по дороге. Хорошо, что это все по дороге. Так, окей. Во-первых. Взять с собой вот это, что ли, неохота гранатомет тратить на этих говнюков. Так, нет. Возьму, короче, одну вот такую зелененькую. Слабенькую хрень. С собой, да? И возьму, короче, арбалет заряженный. Вот. Ну и стрелы тоже для арбалета. Что, ну реально неохота тратить патроны из гранатомета на этих дубликов. Давайте еще раз сохранимся. Так, и наверное, я знаю, что это жестоко, но, наверное, давайте на этом закончим серию. А следующая, похоже, уже будет финальная серия. Вот. И, в общем, увидим развязку следующей серии. Короче, спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Дмитрий. Всем пока-пока. Увидимся в следующей серии.